Так, продолжим дальше наше изыскание. Так, у нас появляется здесь, а это у нас на самом верху. Ну, мы еще по нему придем к этому верху. Давайте сделаем сначала опору. Так, и подлиннее ее. Так. И, конечно же, незабываемые 9 градусов. Вот так. Подведем ее прямо к краешку. Чуть-чуть туда заведем. Так. Теперь посмотрим ее ширину. Сдается мне, ширина нормальная. Может быть, немножко еще высоту уменьшу, чуть-чуть. Вот так. Угу. Ну, я бы еще сделал скос вот здесь. Так. Сделал скос. А здесь... А здесь бы я, конечно, тоже скосил бы немножко. Вот так. Тынц, тынц. Это все грубо так. Угу. Сейчас возьму ножик и сделаю. Ножик, ножик, ножик. Вот он, ножик один. Так, вот так. И вот здесь. Так, эти две я удалю. Опа! Да что ж такое-то? Я же удаляю всего лишь эти. Какой-то баг опять. Что ты будешь делать? Так, давайте посмотрим, что здесь. Ну, пусть будет так. Закроем полигончик один, закроем полигончик второй. Отлично. Теперь мы что можем еще сделать? Давайте мы его забивилим. Этот кубик. Где у нас тут? Вот он. Shift нажимаем. Все, сюда заходим, вот это вот нажимаем кнопочку и делаем немножко больше, вот так. Угу. Отлично. Так, одну сделали. Я думаю, она слишком длинная. Можно ее укоротить. И вообще что-то мне это все-таки не нравится. Возьмем вот так и раздвинем это. О, так вот. И на себя чуть-чуть. Вот, другое дело. А теперь выделим все. Подвинем, скажем, вот сюда, посмотрим издалека. Да, наверное, так будет немножко лучше. Хорошо.
Есть такое дело, да? Но она не посередине, сдается мне. Я сейчас как выберу все. Плюс еще и детишек ихних, children. Где тут select? Вот children, да? О, нет. Выделили всех children'ов. И давайте будем метиться посередке теперь. Не хочет она. Если вот так сделать, нулик превратить и подвигать. О, так она подвинется. Вот так хватит уже издеваться над честными людьми. Вот так. Можно чуть-чуть еще. Продлить дальше. Ну, будет до самого носа. В всяком случае, до серединки вот так. Я думаю, надо еще ширину раздать. Чтобы на ней поместилась пара пулеметов. Было бы неплохо, я думаю. Так. Теперь возьмем это. И выведем вот сюда. Отлично. Здесь бы я поставил пару коробков еще сюда. Непонятно зачем, но поставил бы. Вот здесь. То есть кубик. Кубик, кубик, кубик. Вот так, вот так, вот так. Да. И зафилетить его до невозможности. Даже 5x5, наверное, хватит. Так, это типа каких-то квадратных фар, что ли. Ну, не знаю, мне все равно. Пусть что-нибудь да будет. Так. Теперь наверх.
Еще маленько мы ее повернем. Так вот. Угу. И вот ставит тенс. Ну и второй туда же. Кстати, сразу проверить симметрию. Давайте проверим, точно ли она станет. Да. Наконец-то все решилось. Так, хорошо, эти мы поставили сюда. Здесь у нас будет пулеметик и стоять. Так, нам нужен еще один кубик. Как питать? Градусов сразу сделаем. Тут это проще. Ну, начнем колдовать. Для этого нам надо сюда перебраться. Снова дай ночь. Чё-то я. Да, это сижу, рекламу смотрю. А там этот белые розы, или как его, Шатунов. Так, еще немножко повернем для пущей важности. Вот так будет правильно. Так, и уменьшать будем. Уменьшать, но не здесь. Здесь мы оставим так, как есть. Уменьшать будем по высоте. Так. По высоте теперь поймем, где правильно. Какая высота правильна. Лучше сбоку смотреть. Дожить. Дожить, ложить. Вот так. Сдвинем сюда. Скажем так, вот до Седова. И теперь нам надо вот в эту сторону подвигать. Здесь у нас будет скос. Ну-ка. И будем двигать. Вот так, допустим. И здесь тоже скосил. Но лучше чуть-чуть еще продвинуть. Вот так. Вот. Это будет нормально. Сейчас глянем еще со всех сторон. Да. Это будет хорошо. Теперь давайте сделаем следующее. Пойдем вот сюда, выделим здесь. А нет, 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 нет. Теперь нам надо только то, что мы хотим. То есть visual, visible.
И давайте экструдировать сначала внутрь. Так. А теперь давайте загнем ее внутрь. Ну, не так, конечно, зажимаем надо. Вот так вот сделаем. Отлично. Вот, а сюда я поставил такую декоративную решеточку, ребята. Что я имею в виду? Вот что я имею в виду. Я сейчас возьму пен, пойду сюда, 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 сюда и вот сюда. Так, копию сейчас выключу пока. И вообще этот сплин можно вытащить теперь, чтобы виднее было. Или же можно вообще все отключить. Замечательно. Так, продолжим работать со сплином. Потом сделаем следующее. Возьмем вот тут точечку поставим. Тут точечку поставим. Тут поставим прямую. Так. Еще одну прямую. То ли это смотровые окошки, то ли это турели, кто их знает. Там разберемся. Главное, чтобы они все были красивые, ровненькие. Для этого мы их сейчас чуть-чуть выровняем. Так, это тоже наверх поднимем маленько. Все расстояния желательно одинаковые, чтобы были. Ну и все. Теперь мы можем спокойненько сказать ей: давай экструдируйся. Ты-динс. Неправильно экструдируется. Ноль. Вывод какой? Что она должна в другую сторону экструдироваться. То есть сюда нет. Видите, это нам не надо. А вот сюда было бы хорошо. Даже вот в эту сторону. И к тому же мы ее закатим. О, нет. Вот этот. Да. Ну, здесь один на один сделаем. Вот так. Теперь можно все открывать. Вытаскивать экструдацию наружу. Где она у меня? Вот сюда, допустим, пока вот сюда выведем. Откроем кубик. Так. Это все гуляет это. Так, и теперь вот эту экструдину. Да что ж такое? Ну, вот куб, вот экструд. Вот это. А, тут надо отключить назад. Все забываю.
Ну-ка посмотрим, как оно выглядит. Это такой, чтобы экструду добавил по 2, допустим, 2 и 2. Вот так будет лучше. Так, и тут у куба тоже бы надо бы поставить ему бивильчик. Шеф зажимаем. Минц. Говорим 2. Вот так. В итоге что мы имеем? Сейчас посмотрим, что мы имеем. Чудненько. И вот этот мы сейчас засимметрим. Все отлично становится. Видите? Стоило один раз поправить, и все пошло. Так, корпус хорошо укладывается. Отлично укладывается корпус. Сюда бы я как бы еще продолжил такое, допустим, да? Ну-ка, сейчас посмотрим, надо или нет. Такую шапиницу бы оставил. Так, для этого мне надо взять какую-нибудь штуку, типа капсулы. Так. Перевернуть ее. Сделать ее ротейшн. Вот так. И попробовать ее тут раздуть так, что до невозможности. Ну-ка. Посмотрим сейчас. Так, циркуль назад. Получится у нас это или нет. Как бы я хотел продолжение этой штукенции. Как будто это дальше продолжается. Такая капсула это. Голова, которая. Так, и теперь я немножечко растянуть бы по ширине. Так, ну для этого надо ее того превращить в объект. Вот после этого, конечно, она поддастся. Вот так вот. Вот такое вот впечатление, что это вот от Дедова. И вот у нас, наверное, тут стоит сделать буллевскую операцию. Сейчас я капсулу еще раз скопирую. Так, это у нас куб. Так, а это у нас капсула. Одну мы сейчас пока спрячем. И сейчас буллевскую операцию проведем. По удалению кое-чего. Наоборот. Вот, я хотел сделать здесь такое отверстие.
Вот видите? Вот-вот. А теперь открываем эту капсулу и чуть-чуть ее сжимаем. Нет, не куб, а капсулу. Вот. Теперь немножко можно двинуть сюда. Все, теперь будет все логично. Только было не совсем. Единственное, что хотелось бы немножко стенку сделать. Ну-ка, попробуем сейчас. А, нет, не получится. Ну ладно. Ладно, и так хорошо все сошло. И вот эти вот два отсюда. Вот они. Мы их сейчас перенесем вот туда. Так. Давайте поднесем поближе, вот так. Это неудобно работать. Так, и здесь тоже развернем. Так, чтобы не было пустых площадочек. Хорошо. Ну, готово. То есть головная часть у нас практически все. Та-дам! Осталось тут еще пулемет поставить большой, но это позже.